Знаешь, хоть одну песню со словом «мать»? Все, игры не будет. Ну, это хорошо, я игра пошла. Ну, короче, я тебя сделаю. Да. Работаем. Всем привет, меня зовут Ваня. А меня зовут Егор. Мы преподаватели. По вокалу. По вокалу. Оля и Юля. Юля, Оля. Юля, Оля. Оля, Юля. Мы сегодня будем играть в игру «Горячий микрофон». Суть игры в том, что нам показывают слова за кадром, вы их видите на экране, и по одному слову мы должны вспомнить песню, что за она. Да. И все, кто быстрее хватает микрофон и вспоминает песню, тот и получает балл. А, страшно! Страшно. Мы очень-очень горячо готовы. Горячий микрофон. Я знаю. Целовая другого. Я так и знала, что она это споет. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Потекли слезы снова, наверное, не привыкла еще целовать другого. Ванька Дорн. Танец на стеклах. Танцы, ванцы, шманцы. Эти танцы, шманцы, реверансы, джанкой, шишки, шишки. И без передышки я дышу. Танцы, шманцы, реверансы, джанкой, шишки, шишки. Шишки модные кишки. Легче мне не станет, и тебе не станет, но не в этом суть. Навсегда запомни этот белый танец. А хочешь забыть? А знаете, чья это песня? Чья это песня? Ну какая-то советская. Нет, не советская. Егор, соберись, давай. Ну ты мне нужен конкуренцию навели. Да. На седьмом этаже за 7 часов счастья. На седьмом этаже за 7 часов счастья. На седьмом этаже за 7 часов счастья. Спасибо тебе, я знаешь теперь. Зима. Зима, холода, одинокие дома. Моря, на-на-на, все как будто есть. Алсу, зима. Нет, там нет слова зима. Пожалуйста, ну там же есть. Вот тут вставьте, пожалуйста. Там должна быть Алсу. Зима, зима. Свет в одиноком окне. Сложновато. Да, есть такое. Чего ты, подожди, подожди. Она микрофон к себе пододвинула. Давай. Очисти свой разум. Звезда. Звезда по имени Солнце. Звезда по имени Солнце. Звезда по имени Солнце. Ну, понятно, песня «Звезда по имени Солнце». Сдала, просто всех сдала. Неважно. Подобла... Облака. Белогривые лошадки. Облака. Что вы мчитесь без оглядки? Это детская песня. А вы говорите, что я проиграю? Угу. Подождите, подождите. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Оля, молодец, все понятно. Эх, жизнь, моя жизнь. Здесь. Эх, жизнь, моя жестянка. Да ну ее в болото. Да ну ее в болото. Живу я как поганка. Готов? Что-то там шоколад. Сладкий чай, горький шоколад, сладкий чай, вот такой расклад. Ай-яй-яй, такую песню помню. Я шоколадный заяц. И губ твои касаясь, я таю так легко. О-о-о. Английские буквы тоже будут. Женщина, соберите. Давайте. Оля выиграет этот раунд у меня, 100%. Давай, Егор, соберись. Давай. Второй раунд, как слышно меня? Beatles, girl. Та-д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 а. И там припев. Вдох, girl. Big girls don't cry. Все, я по зарубежным песням, по-моему, мимо пойду. А с кем приходит?
Put your hands up in the air. Я не знаю, есть такая песня? Clap your hands for everything, hallelujah. Clap your hands, slap your thigh. Вот, я не помню, что за песня, но я в хоре ее пела. В хоре. Wake up, call, call in the morning. Caught you in the morning with another one in my head. Да я не знаю, пусть я не пытаюсь, не знаю просто. Это Мару... Wake up, Avicii, господи. Wake up! Пацан, спокойно. Как же там эта песня? Video stars. Are you shining just for me? Who knows? Нью-Йорк, Конкретча. Там вообще нету сити особенно. Two hours later. Фиаско. Фиаско, просто фиаско. Не знаю. Нет, абсолютно. You better stop. Stop me! Can't stop. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Там, этот, как его, Red Hot Chili Peppers. The last word. Я проиграл. Think about this. Нет, это Оксимирон. Think, да? Короче, понятно сразу, что вокалист — это такая песня. Джимми Каллум. Ну, вы не знаете такой песни, но это такой джазовый чувак, который... И у него песня начинается... I think I love... Ну, такая песня точно есть. Такая песня. Джаз! Пошел. Think about it. Это не песня. Что, все? Все? Да? Конец? Ну, это было прикольно. Волновались? Мы, я очень волновался. Кто выиграл? Мы! Давай. Победила дружба! Ура! Пытаешь микрофон и просто... Стоп! Нет! Приски не знаешь. А это да. Серьезно? Да. Да. Плохо знаешь. Ты же с Китая. Я же с Китая. А что, ты не хочешь со мной играть? Спасибо, что посмотрели. Ну, Егор был неплох. Пишите в комментариях, какие песни вы точно угадали, а какие не угадали. Какие, может быть, у вас... И кого вы хотите видеть в следующем выпуске. Да. Всем пока! Надеемся, вам понравилось. Подписка, лайк, там, колокольчик. Записывайтесь на уроки. Да. Качалку. Какие уроки? Тренировки, тренировки. Stars. А потом...